Стойте! Назовитесь! Мне нужен Израиль Паттнэм. Кто вас послал? Сэмюэль Адамс. За мной! Это не Банкер Хилл? Да, это Бритц. Тут были разногласия насчет того, где стоять. Что слышно из Бостона? Тори притихли. А когда пытаемся наступать, теряем людей. Паттнэм и прочие хотят расставить артиллерию на холмах. Хорошая шрапнель может заставить Томми передумать. А что Джон Питкерн? Этот негодяй хитрющий лиса. Он наезжает иногда, постреливает из пушек, дразнит нас. Ну ладно, он свое получит и скоро. Там впереди. Мне плевать на вас, разговорки, господа. Нам следовало встать на Банкер Хилле. Бритц ближе к городу, но и ближе к их чертовой артиллерии. Наши приказы поступают от людей, не знающих положения вещей. Нам нужно руководствоваться собственным разумом, смотря по обстоятельствам. Я не понимаю вашего вздора, что вы несете. Что тут понимать? Я хочу обеспечить нам победу! Да что вы знаете о победе? Я убил волчицу в логове одним только ножом. Я сплотся от индейцев Канавага, которые хотели сжечь меня живьем. Я один выплыл, когда наш корабль потонул в битве за Гавану. Так что простите, но я не стану следовать вашим советам. Генерал Паттнэм? Что? Я ищу Джона Питкерна. Мне сказали, вы можете мне помочь. Он засел в городе и носа наружу не кажет. Пока этот корабль продолжит обстрел, нам его не выманить. Но если прекратить обстрел? Тогда бедняга Джонни будет вынужден покинуть нору. Я подам сигнал, когда все сделаю. А я скажу речь на ваших похоронах. Thank you.
Их больше, говорите вы. У них лучше оружие. Но я не боюсь. И вы не бойтесь. Да, их больше, но им не хватает веры и решимости. Но не нам. У нас дисциплина, порядок, а главное, жажда победы. Мы верим. Так что будьте бдительны, берегите пули. Цельтесь лучше и умоляю, Бога ради, не стреляйте, пока не увидите белки и глаз. Черт меня дери. Ха, получил. Отличная речь. Боюсь, сплошное вранье. Но пока что мы держимся на нем. А что Питкерн? Как я и думал, он покинул Бостон и встал на Молтон-Хилле. К нему не подобраться. Смотрите, что творится внизу. Попробуйте обойти их. Или ждите, мы проведем их ряды. Нет времени. Придется пробовать напрямую. Вы опять предлагаете невозможное. Не вижу вариантов. Это потому, сынок, что ты совсем спятил. Я вернусь за вашими извинениями. Yeah!
так просто. Зачем вам это? Чтобы спасти Адамса, Хэнкока и их людей. Вы хотели убить их. Убить? Вы с ума сошли? Я хотел переговоров. Нужно столько обсудить. Объяснить. Но теперь все кончено. Если вы не лжете, я передам им ваши слова. Пусть заложат оружие. Нужно прекратить войну. Почему они, а не британцы? Думаете, мы не просили британцев о том же? На все нужно время. И все бы удалось, если бы я сыграл свою роль. Роль кукловода. Лучше нам дергать за нити, чем им. Нет, нити надо оборвать. И всех освободить. Да, и всех поселить в воздушных замках. Ты убиваешь как мужчина. Но говоришь как дитя. Сколько еще умрет из-за тебя? Сахаю янерене о тенам да сеттакве. Зинио не яхо тена там да сеттакве. Лучше помогите сворачивать лагерь, чтоб я больше этого не видел! Черт побери! Генерал Паттнэм! Вы живы? Чего не скажешь о Питкерне? Что ж, поздравляю. Но это уже не важно. Я дал приказ отступать. Потери слишком велики, и ради чего? Если Тори так нужен этот холм, пусть подавится. Вот что самое важное. Сейчас это не важно. Ну что еще? Не может быть! Они хотят убить Вашингтона! Мои враги упорны. Деньги не помогли, они применили силу. Но я убил Джонсона и Питкерна, сорвав их планы. Джордж Вашингтон возглавил и объединил колонистов на пути к свободе. Теперь тамплиеры хотят его смерти. Хотят превратить этот край в мрачный оплот порядка. Нечто бездушное. А он им мешает. Я должен спасти его, чтобы его дело и мой народ продолжали жить. Но чем дальше, тем больше шансов, что меня обнаружат. Тамплиеры думают, их людей убили мятежники. Для них ассасины мертвы или в бегах и не представляют угрозы. Но боюсь, очень скоро они узнают правду и раскроют меня.
Надо быть осторожнее. Как охота, Коннор? Неплохо, но боюсь, этого мало. Ты там, где нужнее всего. Отправься ты за Чарльзом Ли или отцом. И что стало бы с Полом Ривером, с солдатами в Лексингтоне? Солдатами? В тех городах не было солдат. Лишь люди, которых вынудили защищаться. А с тобой иначе? Ты не защищаешь свой народ? У вас с колонистами общий враг. Помощь одним, помощь и другим. Приятно слышать от того, кто считал мою войну глупой. Я и теперь так считаю. Но это не мешает мне гордиться твоими успехами. А тебе-то с чего гордиться? И правда. Верни-ка мне балахон, и клинки, и дротики, и годы тренировок, и знаний, которые я в тебя вложил. Тогда посмотрим, кто имеет право гордиться. Просто согласись, что был неправ. Мальчик мой, ты убил двоих, и один был торговцем, а не воином. Этого маловато, чтобы меня впечатлить. Да ну, старик. Может, нам выйти наружу? Я с радостью покажу, как легко могу... Коннор, это Бенджамин Толмидж. Его отец был одним из нас, можно не таиться. Кажется, у него есть что тебе сказать. Ахиллес сказал, вы раскрыли заговор. Убить главнокомандующего. Да, но у меня нет никаких улик и зацепок. Уже есть, друг мой. Вам нужен Томас Хики, и я помогу его схватить. Как? Объясню по дороге. Мы отправляемся в Нью-Йорк.